Ермек Асимкулов, главный государственный санитарный врач города Талдыкурган. Ермек Асимкулович, здравствуйте. Вот наши горожане, наши жители города Талдыкурган, предприниматели, их беспокоит одна вещь. Вот АЗС, автомойки, СТО, автозапчасти, стройматериалы, да, дали вы добро на работу, но они боятся открываться и думают, что если сейчас откроются, то их будут штрафовать. Скажите здесь пару слов конкретно, что нужно для этих предпринимателей делать, что нужно предпринимать, будут ли они работать и так далее. Здравствуйте, уважаемые предприниматели. Согласно 8-му постановлению от 28 апреля 2020 года по городу Талдыкурган, в общем, открылись объекты: автомойки, СТО, шиномонтажные, организационные химчистки, прачечные, услуги нотариуса по заказам с разрешением работы. То есть здесь могут функционировать без какой-либо боязни. То есть у нас автомойки, СТО, шиномонтаж работают с 10 часов до 20:00, химчистки, прачечные работают с 9 до 16:00. Услуги нотариуса работают у нас с 10 до 20:00. Еще вот отдельно стоящие автомагазины и стройматериалы. Отдельно стоящие магазины автозапчастей и строительных материалов. Разрешение работы идет с 9 часов до 18:00. То есть они сейчас они могут сейчас сами открываться, работать? Они открываются, да, они официально, в настоящее время официально они работают. То есть не нужно изначально брать какие-то разрешения, да, там? Да, не нужно никаких разрешений брать. То есть они самостоятельно открываются, работают, но при соблюдении санитарных норм сандез-режима, то есть санитарного дистанционного режима. Угу. Что входит в себя в сандез-режим? То есть установка перед входом антисептиков, санитайзеров, соответственно, с содержимым антисептиком. Перчатки, маски у работников обязательно. Каждые 3 часа проводится проветривание, обработка, промывка полов, стен и, соответственно, запас дезинфицирующих и моющих средств, чтобы был в достаточном количестве. А комиссия будет проверять потом по ходу их работы, объекты их? Нет, по ходу работы комиссия будет по ходу работы комиссия будет, возможно, будет выход комиссии. То есть они сейчас смело могут открываться, работать без проблем, да? Да, без проблем. Сейчас настоящие могут они работать, функционировать, никаких проблем здесь нет. Все, вот это главное хотелось бы услышать. Спасибо большое, Рахмет.